Пришел моложава в ДПС, устроился на так это самое, блядь. Ну, и он там ходит, блядь, по СГАИ, блядь, этот молодой. А начальник смотрит на него, что-то не поймет, блядь. Он ходит и ходит, ходит и ходит, блядь, из угла в угол. Мне говорит, хочешь подзаработать? Он, да, я хочу. Ну, он, иди, блядь, бери, блядь, это самое, жезл, блядь, рацию, нахуй, дубинку, блядь, и иди, он, блядь. И вот останавливай только одни, блядь, фуры. А таким, это самое, машины, нахуй, не останавливай, лиховые. Он, ну, ладно, блядь, хуякс, блядь, он такой стоит, блядь, смотрит, фура и едет, нахуй. Ну, раз он остановил, блядь, нахуй, хуякс, блядь, и это самое... Влазит армян влазит такой, блядь. Ты чё меня остановил? Ты чё? Я, блядь, вот еду нахуй туда-сюда, он, блядь, ходит вокруг этой фуры и что-то смотрит, что-то выявляет, что-то ищет нахуй. Он такой хуяк, блядь, к нему подходит, блядь. Берет китель, оттягивает, блядь, и 500 рублей вложит, вот, на, собака. И, блядь, сел и уехал нахуй. Так он заходит, блядь, в пост ГАИ, блядь, в этот. Ну, блядь, этот начальник говорит, ну что, все заебись, он говорит, все заебись, блядь. Только вот что, блин, тебе сначала продираться, все там ходил, остановил этого, блядь, армян, нахуй, он такой, блядь, китель, нахуй, мне 500 рублей, на, собака. И сел, уехал. Он, дорогой, он берет эту, ну, моложавого, китель оттягивает, молодой. Это я собака, и забирает у него 500 рублей. Это я собака, а ты щенок. Я, ну, иди работай. Это я собака, да я вызову, короче. А ты еще щенок, иди работай, блядь. Иди работай.